Едем дальше. Впереди у нас бой между Шахзодом Сопировым и Жакшылыком Темирбек Уулу. На ваших экранах Жакшылык Темирбек Уулу, он слева, а справа, соответственно, Шахзод Собиров. Шахзод Собиров 92-го года рождения. Вес его составляет 77 килограммов, а рост 179 сантиметров. Представляет он Республику Узбекистан, спортивный клуб Old School. Вот он на ваших экранах, Сабиров Шахзод. Его тренером является Эльдар Риксиев. Из достижений пока что ничего особо значимого не числится в регалиях у Шахзода Собирова. Его соперник сегодня Жакшылык Темирбек Уулу, который в темно-желтых шортах. Он 96-го года рождения, 77 килограмма, 185 сантиметров. Представляет он спортивный комплекс, спортивный клуб «Карасу». А сейчас Собиров Шахзод хорошую амплитуду броска продемонстрировал он. Валит с ног своего оппонента. Тренером Жакшылыка Темирбек Уулу, который внизу сейчас находится, также является Рашид Аманкулов и Шаир Аджималиев. Между ними 4 года разница. Ой-ой-ой, Шахзод Собиров. Как из топора сейчас выпускает свои руки. И... Нет, подожди, не спеши радоваться. Тут нужно проверить. Так, неспортивное поведение. Нет, я не про то, что он сейчас взобрался на октагон, а то, что он по затылку пробивал Жакшылыка Темирбек Уулу. Ой, что творит Тугульбай Арапбай Уулу? Так. Нет, это же не его капа, но Тугульбай Арапбай Уулу. Повнимательнее надо быть. Чуть ли чужую капу в зубы не вставил Шахзод Собиров. Да, ну, что сказать. Правильное решение было отменить победу. Да и предпосылок к тому, чтобы объявлять победителя, и не было. Шахзод Собиров как-то сам ринулся к краю октагона. А встреча у нас продолжается. Конечно, нельзя так по затылку пробивать. Локтями в стойке можно пробивать, но что в стойке, что в позиции лежа, ни в коем случае нельзя лежачего бить по затыльной части. Шахзод Собиров продолжает свой натиск. Дико заряжен на сегодняшний бой Шахзод Собиров. Ой-ой-ой. Ничего себе. Что происходит? Разве так можно? Тугульбай Арапбай Уулу, уважаемый, пожалуйста, вы хотя бы сохраняйте спокойствие. Вы должны быть беспристрастным, безэмоциональным. Нельзя, конечно, так вот. А еще решил. Да. Вот такие вот дела, друзья мои, в Карасу своей разборки. Я, конечно же, немного потрясен методами главного рефери. Видимо, вынудили. Видимо, что? Вы сами видите всю картину. Ну, как после такого биться, я даже не представляю. Сейчас морально подавили Шахзода Собирова из Узбекистана. Шахзод Собиров. Да. Карасу свои методы по, так сказать, втиранию правил. А у нас битва продолжается, да? Я немного отхожу от легкого шока. Так, все, забыли эти методы главного рефери. Шахзод Собиров. Он сверху пытается мостик исполнить Жакшылык Темирбек Уулу, дабы выйти из-под большого и упрямого такого прессинга Шахзода Собирова.
И у нас завершается такой первый раунд такого насыщенного противостояния. По крайней мере, первый раунд, ну, прям выделился уже. Наверное, уже другого такого боя мы не увидим в сегодняшнем вечере. Ну, что сказать, у главного рефери до сих пор вот свежи в памяти его противостояние. Он сражался с американскими бойцами, с бойцами российскими, чеченскими. В 2013 году вот главный рефери, который стоит в середине, еще принимал участие, как я сказал ранее, в отборочных турнирах UFC. Так, Шахзод Собиров. Не стал он ни в какую нянчиться и опускать руки, как начал в первом раунде выжигать поле, так и продолжает действовать в том же ключе Шахзод Собиров. Нельзя цепляться, нужно убрать ноги. Тяжело Темирбекулу. Нельзя, ну уберите же его ноги. Шахзод Собиров, вот он, ground and pound в исполнении, а? Какая заряженность, нацеленность на победу у узбекского бойца. Что же предпримет Джакшилов Темирбек Улу в этом положении, а? Если бой закончить прямо здесь и сейчас, то Шахзод Собиров, конечно же, в одну калитку побеждает. Но давайте смотреть дальше. Не будем мы вперед забегать, ведь бой не побежден, пока не завершен. Так, что мы видим? Захват в исполнении Джакшилыка Темирбекулу. Тугульбай Арапайулу, он же рефери, спрашивает состояние у Шахзода Собирова, но тот пока не стучит. Так, напряжение витает в воздухе. И все-таки постучал. Шахзод Собиров проигрывает эту встречу. Главное, столько атаковал, такую ярость проявлял, а в итоге попался на удушающий в исполнении Джакшилыка Темирбекулу. Мы его, конечно же, поздравляем. Это победа, вымученная кровью. Достойная победа парня 96-го года рождения. И спортивный клуб «Карасу» вновь на коне. Нужно было, вообще по традиции, нужно было сейчас пожать руки Джакшилыку Темирбекулу. Ну, видимо, юный возраст пока что, с опытом мудрость ему и придет. А сейчас я его поздравляю с победой, достойная победа. Шахзоду Собирову я желаю успехов дальнейших, он показал себя сегодня с отличной стороны, хорошим ударником себя показал, но все-таки парень из Карасу оказался сильнее. Его кардио оказалось выносливее Шахзода Собирова. И Шахзод Собиров, конечно, недоволен своими действиями. Ему мы желаем успехов. Парень себя хорошо зарекомендовал. Уверен, дальше у него будет лишь больше. А мы переходим...